Дорогие друзья, всех приветствую. 23 декабря в столице нашей родины, в городе Москва, состоится очередной этап съезда КПРФ, в ходе которого будут рассмотрены важные общественно-политические вопросы, ключевым из которых, конечно же, станет избрание и утверждение кандидатуры от нашей партии для участия в выборах президента Российской Федерации. Несмотря на все сложности, несмотря на то, что происходит вокруг, вот эта вся шумиха, информационные какие-то атаки, сплетни, слухи, домыслы. Я считаю, что съезд отработает на все 100%. Дело в том, что и у нас и первичные организации, и региональные комитеты достаточно активно обсуждают кандидатуры, которые будут съезду предложены. Я считаю, что в это непростое время, то, что происходит в мире, внешней политике, внутри нашей страны, я считаю, что в данном случае мы должны развивать идеи социализма, несмотря на то, что у многих нет веры в систему выборов. Мы знаем ее порочность по определенным критериям. Да? Мы много с чем не согласны и с ДЭГом, и с прочими неконтролируемыми цифровыми вещами. Но, тем не менее, в любом случае останавливаться не будем. Будем продолжать нашу работу на то, чтобы наш единый кандидат, я уверен, что большинство из людей левых взглядов его обязательно поддержат. И в этом плане буду вести такие мини-репортажи вам из Москвы, так как сам являюсь делегатом от Республики Тыва. Поэтому, друзья, поживем, увидим. Остается совсем немного нам потерпеть. И мы узнаем, кого партия предлагает кандидатам на выборах главы нашей страны.